Здравствуйте, мы начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия на одной из строительных площадок города. В Солнечном рухнул башенный кран. На месте трагедии сейчас находится Евгения Змановская, моя коллега, она на связи по телефону. Женя, что случилось и каковы причины, что там сейчас происходит? Ольга, добрый вечер. Пока вот официального подтверждения, что погиб крановщик, как все об этом говорят, нет, потому что все оперативные службы буквально только что приехали на место. И сами понимаете, им сейчас не до журналистов. Мы успели пообщаться с работниками этой стройплощадки, и они действительно подтвердили, что погиб их сотрудник. Это мужчина 30 лет. Все произошло возле улицы 60 лет СССР. Стройплощадка находится на пустыре. Здесь возводится несколько девятиэтажных домов. Упал башенный кран. Сейчас он полностью лежит на земле. Вокруг специалисты ходят и пытаются его разобрать. И насколько я сейчас вижу, тело мужчины как раз извлекают. Пока никаких подробностей больше нет. Спасибо. Это была Евгения Змановская. Напомню, в Солнечном рухнул башенный кран. Погиб крановщик. Мы следим за развитием событий и сообщим подробности, как только они появятся, вероятно, уже в течение этого выпуска. Итак, и вновь возвращаемся к главной теме дня. Напомню, в Солнечном сегодня упал башенный кран и погиб крановщик. На связи моя коллега Евгения Змановская, она находится на месте событий. Женя, какие подробности известны сейчас? Да, Ольга, мы сейчас находимся наверху микрорайона Солнечный. Здесь строят микрорайон Нанжуль-Солнечный. И вот стройплощадка, где успели буквально выстроить подвал и один этаж, и здесь произошло это ЧП. Мы сами приехали буквально минуту назад, его сразу включаемся, поэтому можем показать картинку и, собственно, знаем не намного больше вас. Вот этот красный башенный кран, какая это марка и чья страна производства, пока сказать сложно. Понятно, что он основную свою работу еще даже не успел выполнить, потому что здесь только первый этаж и подвал возведен. На воротах ограждения строительного написано, что здесь работы ведет подрядчик «Стройтехдевелоп». Мы сейчас пытаемся связаться и понять их отношения. Уже подъехали МЧС одним из первых сюда, вот и пожарная часть, 4 машины, по крайней мере, отсюда мне видно. Известно, что есть один погибший, это был крановщик, видимо, он находился в момент падения наверху. Пока других пострадавших и погибших никакой информации нет, и мы здесь находимся, следим за развитием событий. Вот мы, кстати, даже пока и не видим здесь представителей строительной фирмы к этой минуте. У меня все, Ольга. Большое, Василиса Лукашевич, я поправлюсь, была сейчас в прямом эфире из микрорайона Солнечный, где сегодня произошло чрезвычайное происшествие на строительной площадке. Там упал кран и погиб крановщик.